Здравствуйте, Сергей Викторович. Да, приветствую. Concomitent cu noi se fac două interviuri, încă pe lângă noi mai lucrează și colegii de la UEFA, așa că se pare că vor fi multe materiale interesante, anume de aici, de la Vadul lui Vodă. Watch La Fera Yerby with Olivia. Супер. Фиекаре саптамына. Хочу сказать огромное спасибо, потому что меня тут приняли, честно, как дома. У меня такое впечатление, что я не первый раз сюда приехал, а уже несколько лет выступаю за сборную. И то же самое, и тренерский штаб, и ребята. То есть через день у нас на ужине мамалыга. Я знаю Лимба, но Астра. Якумаре. Якумаре. Енадинкурим фундате. Енадинкурим фундате. Ушерак де пятре раре. Ушерак де пятре раре. Темошие реверсате. Темошие реверсате. Но нет, пока что. Ну, я же говорю, я в процессе. Отправлю. Salutare! Astăzi la Firul Ierbii discutăm cu unul, cred că, dintre cei mai așteptați internaționali moldoveni care au fost convocați la echipa țării. Din păcate, la prima convocare, în martie, el nu a putut ajunge, însă astăzi este aici, la Vadul lui Vodă. Bună ziua! Bună ziua! Было сложно доехать сюда? Нет, сразу после игры во Львове я приехал в Одессу, а уже с Одессы добирался прямо сюда на базу. А первый раз, когда тебя позвали в сборную, почему ты не смог прийти? Были некоторые вопросы, которые не позволили мне, так сказать, доехать до сборной. Это больше такие юридические вопросы, к сожалению. Я знаю, что у вас были 2 дня отпуска. Да, нам дали день выходного. Я поехал в родное село, в Копчак, встретился с этими бабушками и приехал назад. Ты насколько часто ты бываешь в Молдове? До войны, как началась в Украине, я старался каждый год приезжать. То есть на праздники, такие как Рождество, Пасха. Сейчас, как началась война, у меня реже получалось приезжать к бабушке, к сожалению. Ну, с Молдовы все-таки тебя многое, что связывает. Тут родились мои родители, как бы все мои родственники отсюда. И то, что в раннем возрасте единственное, я переехал в Одессу в возрасте 4 лет. А так все мои родные связи, в принципе, отсюда. Как футбол в это время непростое для вас развивается там? Как бы команды играют, потому что... То есть армия Украины, она защищает нас и дает возможность нам заниматься любимым делом. Поэтому все футболисты, я думаю, даже все жители Украины благодарны им и все это прекрасно понимают. Я видела много стадионов, их прям разбомбили там. Да, наш стадион довольно-таки далеко там, от места боевых действий, там больше 200 километров, поэтому с нашим стадионом, да и в принципе с городом все хорошо. А вот там уже... стадионы на оккупированной части, там Донбасс-арена тоже, я думаю, многие знают этот стадион, к сожалению, очень много разрушенных. Знаешь, в эту ночь, в которой вот начались все эти разграбления, все эти бомбардировки, я была в Кишиневе, я это уже слышала, я проснулась среди ночи, потом мама мне позвонила и сказала, что вот в атаке, в дроке, даже это было слышно. А ты в эту ночь, как ты узнал? Рано утром начались звонки, как бы я еще спал и проснулся от звонка своего товарища по команде. Олег Кожушка мне звонил, в общем, такая была ненормативная лексика. Все, все началось, что делать? И так, в общем, я с просонью думаю, да не, думаю, какая война, что, думаю, что за бред? В общем, мы так поговорили минуту, я перезвонил родителям. Родители говорят, у нас взрывы. А все. Где они были, родители? В Одессе. Родители находились в Одессе, я в это время был в Александрии. Мы как раз только буквально 2 дня назад мы прилетели со сборов с Турции, только приехали, готовились к игре. И все, я в первые дни, я вообще, честно, кто взял свою семью, детей, поехал сразу там на Западную Украину. Мы там первые 2 недели с девушкой жили в Александрии, после чего уже приехали в Одессу к родным. А сейчас какая ситуация? Немножко все успокоились или люди просто свыкнулись с тем, что вот такая ситуация? Потому что я чувствую, что в Молдове вот люди именно, они знают, что там бомбят, но они просто уже адаптировались, не знаю даже, как правильно сказать, на то, на какую ситуацию там. Мы очень много помогали, правда, беженцам. Да, я в курсе, также вот мои родственники, поэтому хочу сказать огромное спасибо молдавскому народу за то, что принимали людей, которые бежали от войны. Поэтому только слова благодарности вам. Ну что, Влад, когда женишься?
Я не могу не спросить, у меня такая работа здесь. Все в процессе, работаем. По секрету я скажу, что она очень красивая. Здесь будет все ее фотки из Инстаграма. Нам поставит обязательно Виталик. Так что смотрите, какая красивая. И жена у нашего. Я думаю, что будущая жена, да. Знаешь? Потому что я делаю топ с лучшими женами, футболистами. Твоя будет в топе. Сколько времени вы вместе? Мы вот вместе уже третий год, но отношения у нас довольно-таки стремительно развиваются. Как родители твои отреагировали на то, что тебя позвали в сборную Молдовы? Я позвонил родителям, бабушке позвонил, говорю, как ты думаешь, дедушка, вот, что бы мне посоветовал? Если бы узнал. Да, и вот принял решение. Но хочу сказать огромное спасибо, потому что меня тут приняли, честно, как дома. У меня такое впечатление, что я не первый раз сюда приехал, а уже несколько лет выступаю за сборную. И то же самое и тренерский штаб, и ребята, то есть поэтому... Покушали уже молдавские какие-то блюда? Не знаю, мамалыгу там делали? У нас через день у нас на ужине мамалыга, запеченные перчики. Не, мне нравится, да, заодно это и полезно, как бы. Ну, вкусно, полезно, да. Они стараются хорошо вам все... Да, они держат баланс, да. Да. Мы, наша сборная, как обычно, играет очень хорошо вот с такими прям противниками, знаешь, сложными противниками. Там играет Левандовский. Ты готов играть против него? Конечно, готов. Кого бояться, как бы, это такие же люди, как и мы, абсолютно, поэтому... Наши шансы какие? Наши шансы всегда одинаковые. Когда ты выходишь на поле, играют 11 на 11, mm-hmm. поэтому не надо никого бояться и... Думает, там вот, все, там команда намного сильнее. Нет, мы будем выходить, играть в наш футбол. С Клещенкой как ты общаешься? Как да, вас, все хорошо, как бы, да. Все. Ну, не у всех. Коммуникация это, есть. Он такой с характером мужчина. Ну, не знаю, у меня никаких проблем не возникает. Тренера надо слушать и делать. Как бы. У нас все абсолютно билеты покупали на этот матч. Какой у тебя для зрителей нашей La Ferroyerbe, для нашей передачи и вообще для зрителей и для болельщиков, какое у тебя вот такое слово для них? Хочу поблагодарить вас за эту поддержку. Спасибо вам. Увидимся на стадионе. Хай Молдова! У нас люди очень реагируют негативно, когда наши молдаване не знают гимн. Ты когда будешь учить гимн Молдовы? Если я выбрал как бы уже выступать за эту страну, я тоже понимаю, все прекрасно. Так что я думаю, что в скором времени вы увидите. Давай несколько слов хотя бы. Давай. Нет, я знаю Лимба Нуастра. Якомаре. Якомаре. Енадинкурим фундате. Енадинкурим фундате. Ущера, где пьятре раре. Un șirac de piatru rare. Pe moșie reversată. Pe moșie reversată. Но пока что... Ну, я же говорю, я в процессе. Отправлю. Все, ждем тебя уже на матче. Все. И удачи тебе с игрой сейчас. Sper că v-a plăcut interviul realizat cu Vladislav Baboglo, iar într-o altă ediție ne vedem cu alți jucători interesanți, tot aici, la Firul Ierbii.